Привокзальная библиотека номер 4 предлагает вам послушать сказку об умном мышонке Самуила Яковлевича Маршака. Самуил Яковлевич Маршак – замечательный поэт, драматург и переводчик, очень любивших детей и создавший для них великолепные произведения. Это был человек большого и доброго сердца, и талант его был такой же большой и удивительный. На стихах Самуила Яковлевича Маршака выросло не одно поколение детей. Итак, Самуил Яковлевич Маршак, сказка об умном мышонке. Унесла мышонка кошка и поет: «Не бойся, крошка, поиграем час-другой в кошки-мышки, дорогой». Перепуганный мышонок отвечает ей спросонок: «В кошки-мышки наша мать не велела нам играть». «Ну а мне какое дело, что она вам там велела? Поиграй со мной, мой свет», а мышонок ей в ответ: «Поиграл бы я немножко, только чур, я буду кошкой. Ты же кошка хоть на час, мышкой будь на этот раз». Засмеялась кошка Мурка: «Ах ты дымчатая шкурка, как тебя не называть, мышке кошкой не бывать», — говорит мышонок Мурке. «Ну тогда сыграем жмурки, завяжи глаза платком и лови меня потом». Завязала кошка глазки, но глядит из-под повязки, даст мышонку отбежать, и опять бедняжку хвать. Говорит он хитрой кошке: «У меня устали ножки, дай, пожалуйста, чуть-чуть мне прилечь и отдохнуть». «Хорошо», сказала кошка, «отдохни, коротконожка, поиграем, а затем я тебя, голубчик, съем». Кошке смех, мышонку горе. Отыскал он щель в заборе, сам не знает, как пролез. Был мышонок, да исчез. Вправо, влево смотрит кошка: «Мяу-мяу, где ты, крошка?» А мышонок ей в ответ: «Там, где был, меня уж нет». Покатился он с пригорка, видит, маленькая норка. В этой норке жил зверек, длинный узенький хорек. Острозубый, остроглазый, был он вором и пролазой, и бывало каждый день крал цыплят из деревень. Вот пришел хорек с охоты, гостя спрашивает: «Кто ты? Коль попал в мою нору, поиграй в мою игру. В кошки-мышки или жмурки?» — говорят мышонок юркий: «Нет, не жмурки, мы в хорьки больше любим уголки. Что ж, сыграем, но сначала посчитаемся, пожалуй. Я зверек, и ты зверек, я мышонок, ты хорек, и ты хитер, а я умен. Кто умен, тот вышел вон». «Стой!» — кричит хорек мышонку и бежит за ним вдогонку, а мышонок прямо в лес и под старый пень залез. Стали звать мышонка белки: «Выходи играть в горелки. У меня», — он говорит, — «без игры спина горит». В это время по дорожке шел зверек страшнее кошки. Был на щетку он похож, это был, конечно, еж. А навстречу шла ежиха, вся в иголках, как портниха. Закричал мышонку еж: «От ежей ты не уйдешь. Вот идет моя хозяйка, с ней в пятнашки поиграй-ка, а со мною в чехарду выходи скорей, я жду». А мышонок это слышал, да подумал и не вышел: «Не хочу я в чехарду, на иголки попаду». Долго ждали еж с ежихой, а мышонок тихо-тихо по тропинке меж кустов прошмыгнул и был таков. Добежал он до опушки, слышит, квакают лягушки: «Караул, беда, ква-ква, к нам сюда летит сова». Стал мышонок мчиться, то ли кошка, то ли птица, все рябая клюв крючком, перепестрый торчком,
а глаза горят, как пушки, вдвое больше, чем у кошки. У мышонка замер дух, он забился под лопух. Вы послушали отрывок из сказки об умном мышонке Самуила Яковлевича Маршака. А теперь предлагаем вам сделать такого умного мышонка из бумаги. Для поделки вам потребуется лист формата А4 синей бумаги, розовая бумага, черная бумага, клеящий карандаш, простой карандаш, ножницы и черная гелевая ручка или фломастер черный. Для начала начертим на синей бумаге круг. В качестве шаблона можно использовать CD-диск. Вырезаем круг. Складываем круг пополам. А теперь еще раз пополам. У нас получаются 4 линии. Разрежем одну из них до центра. Теперь намажем клеем рядышком, где мы резали. И приклеим одну сторону на другую. В итоге у нас получился вот такой вот конус. Сложим синюю бумагу пополам и нарисуем на ней половинку сердца. Получается вот такое вот сердечко. Это будет голова нашего мышонка. А теперь сделаем нашему мышонку ушки. В качестве шаблона я использовала клеящий карандаш. Вот такое вот ушко должно получиться. Приклеим ушки к нашей голове. Сделаем усики нашему мышонку. Для этого из черной бумаги вырежем 3 тоненьких полосочки. Приклеим наши усики к голове, как показано на фото. Вырезаем из черной бумаги носик и приклеиваем поверх усов. Из белой бумаги нужно вырезать 2 белых кружочка. Это будут глазки нашего мышонка. Нарисуем на глазках черные зрачки. Я еще добавила блик. Чтобы ушки получились объемные, я закручиваю их с помощью карандаша. Приклеим мордочку нашего мышонка на его туловище. Делаем хвостик. Вырезаем тонкую полоску из синей бумаги и накручиваем ее на карандаш, чтобы хвостик получился завитком. Вот и все. Наш очаровательный умный мышонок готов.